Друзья, очень много вопросов на нашем канале YouTube о том, что за лодка и почему эта лодка. В общем, сейчас пришел момент того, что я покажу и расскажу о том, на чем мы путешествуем. Вернее, даже не так. Я расскажу о том доме, в котором мы живем и который нас перемещает по разным странам. В то время я хочу показать экстерьер лодки, то есть то, как она выглядит со стороны, ну и немножечко про нее, естественно, расскажу. Это Benito Oceanis. Benito Oceanis 2013 года постройки. Это новый корпус. Я не знаю, где они брали вдохновение. Возможно, на Ocean Volvo Race. Volvo Ocean Race, но не суть. То есть формы корпуса достаточно резкие. Это плоскодонная лодка, у которой осадка 2,7 метра, потому что длинный киль. Но сама лодка уходит под воду, я думаю, не более чем 60 сантиметров. Естественно, лодка была переделана под океанические плавания. То есть у нас здесь было достаточно много изменений, начиная от расположения ходовых огней, которые оббивались веревками. Ну, это как бы мелочи на самом деле, но тем не менее переделки были. Опять же, якорь был заменен, была дельта, стала рокна. Даже сейчас я не могу сказать, какие изменения еще были по самому корпусу, но очень много моментов, типа там спина кергика докупленного и прочее. Сзади на лодку были установлены солнечные панели, большая арка, ветрогенератор. Вот я сейчас показываю лодку с другой стороны. Ее видно справа, по правому борту. Так вот она выглядит. У нас были заменены Lazy Back и Lazy Jack. То есть все полностью поменено. Задний топинант у нас был заменен на второй запасной гратофал. Если это, конечно, о чем-то кому-то говорит, но не суть. Места для спасательного плота я поставил новый кронштейн, который был на задней части лодки. Ну и, собственно, наверное, все. Ну, был установлен водный генератор, но об этом я расскажу немножко позже. Что из такого еще? Ну, естественно, у нас стоит и пирб, это аварийный радиобуй в случае каких-то фатальных проблем. Мы его активируем, он идет по всем аварийным каналам на спутник. Ну и дальше уже как бы есть шанс, что все-таки, возможно, кого-то спасут. То есть лодка достаточно широкая, 4,5 метра шириной. То есть это для лодок 45-футовой длины достаточно широкий размер, потому что обычно это где-то до 4-3,5 метра. Иногда имею некоторые проблемы в маринах, когда заставляют вставать на пирс, который рассчитан для 18-метровой лодки, иногда до 15, а это наша лодка все-таки 13,5 метров. Вот гидроплатформа. То, как наша лодка выглядит сзади, широченный кокпит, но, собственно, это и была одна из причин, почему я выбрал данную модель. С купальной платформы идет лестница, которая опускается под воду, очень удобно для купания, для схождения вниз с аквалангом, потому что доступ идет непосредственно на кокпит, в кокпит, а вес, который выдерживает гидроплатформа, порядка 300 килограмм. Единственное, что вес должен быть расположен достаточно широко. Вот у нас есть водный генератор, очень эффективный, при скорости 5-6 узлов выдает 13 до 15 ампер. То есть это очень хороший показатель для такого рода устройств. Вот ветрогенератор 3G, антенна УКВ, антенна, соответственно, Inmarsat. У нас установлена еще дополнительная подсветка кокпита. Ну и рядом с ним задний ходовой огонь. Опять же, кран, который может выдерживать тузик, но тузик у нас находится постоянно на палубе, когда мы переходим. Я сейчас показываю кокпит. Опять же, повторюсь, лодка 4,5 метра шириной. То есть кокпит достаточно большой, в нем находиться очень удобно. Два штурвала. Связано с тем, что когда идешь любым из галсов, с нижнего штурвала совершенно ничего не видно, поэтому стоишь на верхнем штурвале и смотришь вперед. Либо с этой стороны, либо переходишь на эту сторону. Все зависит от того, какой борт находится на высоте. То есть платформа гидравлическая. Вот кнопка, которая эту платформу поднимает и опускает. Опять же, столик. Диан, открой столик, покажи, как он работает. То есть стол широченный.
Очень удобно в кокпите находиться. Можно сидеть, кушать. И к другой части стола достаточно далеко. То есть это преимущество большого кокпита. Окей, теперь поехали внутрь. Я сейчас покажу и расскажу о интерьере лодки. Значит, вы видите, что лодка достаточно высокая. Ну, у меня рост средний, поэтому мне вообще здесь очень комфортно. Даже людям с высоким ростом здесь абсолютно комфортно. Потому что, я не знаю, какая здесь высота, наверное, 1.2 метра. Потому что у меня 1.74 метра рост. Вполне вероятно, что здесь под 2 метра абсолютно нормально людям размещаться. Опять же, повторюсь, что лодка является трансформером. Сидушка отодвигается, стол на ножках опускается вниз, на него кладется большая подушка и получается огромный диван, который очень удобен, ну, в принципе, на стоянках, на переходах, наверное, не очень. Идем дальше. Рассказываю про трансформер. Столик и штурманский, он сдвигается, эти сидушки также двигаются вправо-влево, можно его поставить посередине, можно его сдвинуть сюда, сидушки сдвинуть обе сюда, как кому нравится, как кому по душе. Лично для меня самый удобный вариант компоновки, когда стол сдвинут в сторону. На лодке огромное количество всяких ниш, шкафчиков. То есть ни для кого не секрет, что в лодке используется каждая маленькая ниша. То есть все открывается, посуда и прочее. Идем дальше. Что у нас есть из оборудования? У нас есть опреснитель, который очень эффективен. Он работает от 230, 12 и 24 вольт. То есть можно его включить на один из вариантов, который необходим. Производительность 60 литров в час. Опять же, у нас стоит измеритель напряжения, который постоянно показывает состояние и батареи, и состояние зарядки. Bluetooth. Ну и это не только Bluetooth, это просто аудиосистема, которая встроена в лодке. Можно выбирать две зоны, играть внутри, играть в кокпите. Ну вот, собственно, все. Есть тут радио, входы различные, но мы в основном пользуемся Bluetooth для того, чтобы включать музыку и ее играть. Счетчик воды, он сейчас обнулен. Когда включается вода, начинают бежать цифры и показывают актуальный расход воды. Вот. Теперь, что у нас есть здесь на приборах? Вот это вот, это включение навигационных систем. Опять же, подсветка дека, якорный огонь, ходовые огни, если мы идем на моторе, либо под парусами, аварийная bilge pump, вода. Я ее сейчас отключил, потому что она закончилась. Это у нас интернет, который ловит с берега, холодильники и свет в кабинах, то есть он здесь вот выключается и потом включается обратно. Вот это то, что касается работы высоковольтного оборудования. Это водонагреватель, у нас есть горячая вода, батареи, зарядка батарей при подключении к берегу и розетки. В случае, если мы, опять же, подключены к берегу, либо работаем от генератора. Теперь расскажу немножко про кухню. У нас лодка оборудована двумя холодильниками. Это морозильная камера. Мы ее сейчас не пользуемся, больше используем как склад для продуктов. Опять же, вот это наш холодильник. В нем есть тоже морозильная камера, но она маленькая. Традиционно на всех лодках, я думаю, это ни для кого не секрет, гироплита. То есть вот она вот так болтается при качке, то есть она постоянно стоит ровно, вне зависимости от того, как болтается лодка. И опять же, духовка. Что здесь есть по воде? То есть вода у нас есть горячая, холодная, и есть соленая вода. Вот внизу находится педаль, она качается, и вода бежит в две стороны. Работа идет наверх педали и вниз. Внутри можно переключатель, и ногой будет работать вода, только идти с пресного бака. То есть, в принципе, опять же, все шкафчики закрываются. Как это все работает, я сейчас покажу. Включи на вот сюда. То есть, когда кнопка нажимается, вылазит штырек, и он просто держит. Нажимаешь, он отъезжает. То есть, закрыл, нажал, дверь будет абсолютно закрыта. Теперь про каюты. Наверное,
Про первую каюту расскажет сейчас Диана, потому что это ее задняя каюта. Вторую каюту мы используем как склад. Ничего особо необычного тут нет. У меня достаточно... Ну, как для меня она большая, потому что я к ней привыкла. Сплю я в ту сторону головой, потому что туда не по фэншую, там дверь. Также у меня есть тут шкаф. Одежды много, носить нечего. Ну да, то есть ничего особенного. Тут большой подоконник, на нем я храню весь свой хлам, косметику, пледа, компьютер, моих улиток. У меня дома живут улитки. Ну, в принципе, вот так. Еще на шкафу у меня есть отдел, можно сказать. То есть как бы полочка, я туда складываю всякую мелочевку, которая, в принципе, некуда мне положить, которую... Каюта — это мастер-кабина. Тут Дина как раз расскажет. Дина расскажет. Короче, кровать, два окна, еще два окна прекрасные для вентиляции с комариными сетками. Три окна, потому что есть еще одно маленькое. Это помогает циркуляции воздуха. Воздух циркулирует. На самом деле я добавлю, эти сетки — это не только антикомаринные сетки. Вот ты сейчас можешь показать, как они работают? То есть мы их отодвинули и теперь задвигаем с другой стороны. Это для того, чтобы... Да, совершенно верно. От солнышка, чтобы не запекало. Дальше у нас есть два окна по бокам, которые с удобными подоконничками. Мы их используем для парфюмерии и всяких ништячков. Ну и стандартный набор схованок. Маленькие шкафчики для маленьких вещей. Тут белье, там всякие причиндалы, с одной стороны Сережины, с другой стороны мои. Здесь шкаф для одежды, с одной стороны Сережина, с другой стороны моя. Все пополам. Так, ну тут еще небольшой уголок, можно вещи сверху складывать, которые носятся, потому что в шкаф все, конечно же, не помещается, шкаф не такой, чтобы вдвоем разгуляться. Вот. Ну, в принципе, вот наш private toilet with shower. В тесноте, да не в обиде. То есть это душ. Я сейчас покажу, как он работает. И туалет. У туалета есть определенная система сливов. Не знаю, интересно ли это смотреть. Это слив, гриндер и одновременно наполнение. Если что-то пошло не так, есть две кнопки. Это наполнение. Это, соответственно, просто слив. Опять же, горячая, холодная вода. Душ работает следующим образом. Вот это душ. Снизу краник. Наполняется вода вниз в трей. Включается кнопка. И вода просто сливается полностью из туалета. Таких туалетов у нас два. Второй я сейчас покажу. Что еще можно сказать про нашу каюту? Еще классная ниша под кроватью. Там мы складываем постельное белье и полотенце. И под нашей кроватью water tank, да, находится? Да, находится танк для воды и система носовой подрульки, которая работает от батарей. Там две батареи сидят для носовой подрульки. И бак на 450 литров. Тут дальше идет мой туалет. В принципе, он как бы общий, но я считаю, что он мой, потому что когда нет гостей, то им пользуюсь только я. Тут у меня куча баночек всяких. Натуральное мыло, которое мы купили здесь, в Кении, хвастаюсь. Дальше. Тут всякие корзиночки, стаканчики с зубными щетками. И если заглянуть вот сюда, тут сам душ и куча моих баночек стоит всяких. Ну, то есть вот так. Много окон, мне все нравится, все светло. Особенностью этой лодки является то, что в ней очень светло. Очень большое количество света. И когда находишься в кают-компании, здесь это не выглядит как нора, а выглядит как... Ну, полноценный дом с хорошим освещением. Опять же, вентиляции достаточно много. Есть два окна сверху. С одной стороны одно окно, с другой стороны. Единственное, наверное, не очень много окон сверху для вентиляции, но это как бы мелочи. Собственно, вторая каюта у нас является складом. Я сейчас мельком покажу. То есть люди, которые живут в круизе, хранят где-то свой хлам. Вот это наша каюта, в которой мы реально храним много хлама. Теперь расскажу о
технической компоновки. Здесь у нас находится наш электродвигатель, обычный дизельный двигатель. Вот, это двигатель Yanmar. В нем 54, наверное, лошадиных сил, я точно не знаю, я никогда этим вопросом не занимался, это и не принципиально. То есть для этой лодки этого достаточно. Фильтр опреснителя, префильтр или water-сепаратор, который очищает воду, дизель от воды. Здесь снизу находится компрессор кондиционера, который охлаждает воду. В нашей лодке находятся три кондиционера, которые первый находится во фронтальной каюте, второй находится в этой каюте. Кондиционеры включаются вот здесь, работают от 220 вольт. Сейчас у нас 220 нету, поэтому, ну, и здесь сейчас не сильно жарко, мы этим не занимаемся. И третий кондиционер находится на две задних каюты. Единственное неудобство, регулировка кондиционера находится в одной из кают, что для нас является очень неудобно. Но это все мелочь. В лодке установлен генератор. Мощность генератора 6,5 кВт. То есть, для примера, кондиционер потребляет 2,5, остальное могут потреблять все остальные устройства. Когда включается генератор, ток зарядки 65 ампер. То есть это достаточно для того, чтобы зарядить батареи очень быстро. Ну и, соответственно, вместе с генератором мы можем пользоваться, включить опреснитель, там, постираться, еще сделать какие-то там дополнительные действия. То есть генератор, здесь находится Onan, идеальный генератор для этой лодки. Работает не на пике своей мощности, где-то процентов от 40 до 80, не больше. То есть есть шанс, что он все-таки проживет достаточно долго. У нас здесь есть элементы декора. Эта картина, сделала ее Дина. Какая картина у нас есть, которая создает домашний уют. Ну и теперь я немножечко расскажу о электронике, которая есть на нашей лодке. Итак, поехали. У нас на лодке стоит 4 Simrad. То есть 4 Simrad, один внутри, 3 на 2 на каждом руле и один посередине большой, потому что эти 7-дюймовые, а самый большой у нас 12-дюймовый. Они все работают совместно, все могут показывать что угодно, радар можно вывести на один, карту на другой. В общем, в любой конфигурации можно их самостоятельно сконфигурировать. Выбрать, что ты хочешь видеть на экране. Ну, здесь у меня идет карта, можно включить радар, можно включить эхолот, можно включить там какие-то навигационные системы. Все достаточно свободно конфигурируется. Затем, что у нас есть еще? У КВ радио. Это не родное, мы его заменили, потому что для меня было очень важно, чтобы у меня была возможность выводить радио в кокпит. У нас есть вот такое вот еще радио. Оно имеет индукционную зарядку, то есть ее ставишь в кронштейн, и оно заряжается. Кронштейн находится здесь, но это очень удобно, потому что можно включить вот это радио, ходить по всей лодке, можно иметь интерком с лодкой, ну, радиус действия, я не знаю, может метров 50, может метров 100, но достаточно хорошо работает. Все. Затем у нас есть пульт. Bluetooth-пульт автопилота, то есть можно сидеть даже здесь и управлять автопилотом себе спокойно, он снимается, этот кронштейн является зарядкой, и просто сидишь им, клацаешь, управляешь. Я, может быть, когда-нибудь покажу, как это работает. Дополнительно мы поставили розетки. Одну розетку здесь, 12-вольтовую, и, собственно, поставили эти же розетки в каждой каюте, потому что у нас 220 нету, ну или бывает только на период подзарядки, а электроники, которая требует подзарядки, очень много, начиная от телефонов, компьютеров и прочее, радиостанций, носимых, ну вот, собственно, очень много. Идем дальше. По спутниковым системам связи. Я уже показывал тарелку, это Inmarsat. Это тарелка, которая обеспечивает 10 мегабит в секунду, подключается просто Ethernet кабелем в компьютер, но $20 мегабайт. Это достаточно большие деньги, если тебе нужно что-то делать. Поэтому мы пользуемся только на больших переходах и достаточно экономно. У нас есть Турая, это вторая система, которая работает. Это две разных системы спутниковой связи. Это геостационарная, а здесь, по-моему, тоже геостационарная. Ну, не суть, там два спутника висит. И он работает, единственное, что только в Европе, но обеспечивает достаточно хорошую связь. Я уже в одном из видео показывал, как это работает. Также у меня есть трубка Inmarsat.
носимая, но это на всякий случай, если что-то пойдет не так, чтобы у меня был дополнительный вариант связи. Теперь перейдем от интерьеров и всяких прикольных штучек, связанных с жизнью, перейдем к тому, собственно, это лодка. И лодка перемещается по воде, поэтому я сейчас покажу то, как устроены все элементы, связанные с сейлингом. У нас на лодке электрические лебедки. То есть эта лебедка, она имеет всего одну скорость. Нажимаешь кнопку, лебедка работает. Все веревки, шкоты и все траулеры, венги и прочее, все выведено в кокпит. Мне не нужно идти на мачту для того, чтобы делать рифы. Я просто беру и делаю то же самое из кокпита. Это очень удобно. Поставил автопилот, подошел, открыл молоток. Вытянул себе все, что нужно, и все. Лебедки электрические. Вот эта лебедка, она механическая, то есть ее можно крутить руками. Она используется в основном для рифов. Но можно через нее перекинуть веревку на большую лебедку и ее вымотать электромотором. Опять же, две лебедки, которые управляют стакселем, находятся вот. У них есть две скорости. Первая скорость — это быстро, вторая — это что-то дотянуть медленно. То есть с этим понятно. Идем дальше. Вот я показывал приборы. Первый прибор находится вот здесь. Компас, пульт якоря. Вот он находится. Якорь можно выматывать или сбрасывать как из кокпита, так и пойти на нос и оттуда это сбросить. Далее, вот здесь находится носовая подрулька. Влево лодка едет влево, вправо лодка едет вправо. То есть с этим все понятно. Переходим к вот этой системе. Отличная система. Это Dock and Go System. В этой лодке установлен Sail Drive. То есть сам пропеллер вращается 360 градусов. Если я включаю передний ход, пропеллер дует назад лодки. Если я включаю задний ход, пропеллер не крутится в обратную сторону. Вся колодка разворачивается в обратную сторону, и пропеллер работает в ту сторону, в которой он толкает лодку, просто в обратную сторону. Из прикольных фишек. Включаешь систему Dock and Go в сторону, пропеллер разворачивается в сторону и начинает дуть, лодка идет в сторону. Опять же, он работает вместе с GPS-ом и с носовой подрулькой. Соответственно, лодка может уходить спокойно в сторону, определяя свое положение просто вот так. Так, что еще есть прикольного в этой системе? Джойстик еще крутится. То есть можно покрутить джойстик, и лодка будет разворачиваться вокруг мачты на одном месте. Можно джойстик убрать в сторону и крутить, тогда мы будем съезжать и разворачиваться. То есть абсолютная свобода рули в этот момент заблокированы. Теперь у меня есть два прибора, еще один дополнительный прибор к вот этому. Это маленький экранчик. Если я захочу, идет дождь, плохая погода, я не хочу стоять за рулями, я могу сидеть здесь, просто развернув себе прибор, в руках пульт автопилота, управлять им и просто смотреть, что происходит. То есть идеальная система. Здесь у нас душ. Душем в кокпите никого не удивишь, но прикол этого душа в том, что есть в этом душе и холодная, и горячая вода. Когда после воды соленой вылазишь, чтобы смыться, когда есть горячая вода, это просто идеально. Теперь покажу то, как эта лодка выглядит сверху. Вот у нас идут все проводки. Мачта. Даже не знаю, что здесь можно показывать. Здесь находится парусный ящик. Очень много парусов и прочей фигни, которая нужно где-то хранить, и она не нужна. Вот, собственно, то, как выглядит якорь. Якорная лебедка. 1000 ватт. Якорная лебедка работает, вытаскивает все, что хочешь. Единственное, конечно, если оно совсем застряло, может начать проскальзывать. Но лебедка достаточно мощная. Можно ее вот здесь вот открутить. И лебедка будет работать просто не для вынимания цепи, а просто для того, чтобы натянуть швартовый, например. И просто нажимаешь кнопку внутри ящика. Я показал, там находится пульт. Можно вынимать и сбрасывать
можно вынимать и сбрасывать с носа, можно вынимать и сбрасывать с кокпита. То есть вот, собственно, как лодка выглядит, я еще раз покажу. Идем в кокпит, ну и в принципе, вот то, как выглядит со стороны кокпит, вот то, как выглядит со стороны гидроплатформа, просто с вот этого ракурса. И раз уж пошел разговор о техническом оснащении лодки, я сейчас хочу показать то, как устроен и работает автопилот, потому что с этим было много вопросов. Итак, вот это вот, это компрессор. Вот это, собственно, компрессор, который создает давление, мотор, который крутится туда-сюда и создает давление либо на закачку, либо на откачку. Вот, собственно, сам шток, который двигает балер туда-сюда. Вот его там видно. Вот то, как это устроено. Снизу маленькая пластина. Это то, куда подключен автопилот, и он крутит балер руля и, соответственно, крутит сам руль, само перо. Теперь покажу, как это работает фактически. У нас есть автопилот. У нас есть автопилот, вот он такой. То есть, если я нажимаю авто, он начинает просто держать курс. Здесь есть варианты навигация. Если у нас проложен какой-то путь, он будет просто идти по точкам. На ветер. Тихо, тихо, спокойно. Это не нужно было делать. Ну, неважно. Что у нас еще есть здесь? Можно убрать дрифт. Можно пойти в настройки. Здесь в настройках огромное количество. Автопилот. Респонс. Здесь можно регулировки делать. Автоматическое руление. Здесь можно выставить кучу всяких параметров, которые нравятся. Что можно здесь сделать еще? Включаем автопилот. Допустим, follow up. Есть определенный курс. Можно будет крутить. И будут крутиться штурвалы, пока мы не выйдем на нулевое положение. Ну и, соответственно, автопилот будет просто толкать шток и двигать его туда, куда нужно. Это то, как работает автопилот. Вот я показал.